биться следом за чемпионом, потому что места в Лиге чемпионов в цене. Замахивается на Лигу чемпионов. Все возможно. Есть еще матчи, есть еще игры. Три тура. Общается с работой в Роме. Неизвестно вообще, возобновит ли он тренерскую карьеру в ближайшем будущем, но точно Криштиану Роналду. Ну и привыкаем к этому вот новому дизайну формы. Являлось это просто вероятность. Рома отстает прямо сейчас от Ювентуса. И кто тренировать Рому станет в следующем сезоне, один из самых интересных вопросов будущего лета в Италии. Первый удар в исполнении Криштиану Роналду. Счет. Как конкретно мячи забивались, все-таки важнее всегда становится их общее количество. Юве, Матюиди. Или игра Ювентуса не позволяет отвлекаться на какие-то потери, потому что Юве там в самом конце, перед финальным свистком, Миранте тащит 11-метровый, а здесь дерби детали. Ну, в общем, количество матчей сейчас завершает сезон, точнее уже как раз сегодня английский сезон уже к форварду, чем восторга по поводу действий Миранда. Хотя восторгов это, конечно, нет. Криштиану Роналду хороший ход набирает. Вход в штрафную площадь Криштиану. Финт. Передача Дибали. Дибал. Вот. Атака приходит к чужой штрафной площади. Криштиану Роналду. Еще несколько движений вперед. Но он зон. Передача на Криштиану Роналду и... Выразительное поведение. Он был бы не прочь отправиться в состав чемпионов. Дибала срывается, у него мяч с ноги. В полном составе, кроме Касараса. Сейчас полевые игроки Ювентуса на чужой половине поля. На один, два раза в створ пробивали футболисты Ювентуса и одно попадание у римлян. Криштиану Роналду Квадрадо. Пьянич забрасывает на Матюиди. Здесь одно касание, второе касание, удар. Пьянич. Передача в штрафную площадь. Криштиану сбрасывает на Квадрадо. Придумать, как добиться от них. Куда мог бы отправиться этот футболист? Пьянич. Увидеть. Едва не обернулось поражение для Ромы. 6 лет. Мы теряли очки, которые уже были у нас, казалось бы, в кармане. Момент. Между тем, отметим, создает связка Криштиану Роналду Дибала. Это все к вопросу о том, могут или в атаке. Квадрат уже в положении вне игры, делать пас туда нельзя. Вот включается Матюиди, увидит ли этот вариант сейчас Криштиану, он видит, но как достал до Эфасио. Криштиану пока один, дожидается подхода партнера, это блеск Матюиди. Но уже 4 игрока. В 6 последних встречах с Ювентусом Рома 5 раз. Пока очень хорош в подыгрыше, но самостоятельных угроз Роме не формулировал. Выдал впечатляющий абсолютно, когда он здесь всех запутал, защитников и подыгрыша небольшого Криштиану Роналду. Атакует ворота и Миранте в который раз уже вырубил забитых мячей в первом тайме. Вместе здесь продолжается матч 36-го тура итальянской серии А. Рома-Ювентус. Не было Лиги чемпионов. Ювентус уже там, Ювентус там. Но это мы пока не видели толком в деле. Он главный ответственный, и он расталкивает всех, включая собственных коллег по амплуа. И проще. И всей команде уже грубовато.
что атакует Джорджо Кьеллини. Хотя Давиде Маса показывает, играть можно. Мирандем. Сложная для Каларова передача. Снова. Дибала. Очень удобный пас от Криштиану Роналду. Скандинавское противостояние. Но Дибала не очень хорошо первым касанием обработал мяч. А вот здесь Криштиану почувствовал, что игравшего на скамейке запасных Даниэля де Росси. Но если мы ищем центрального нападающего, то, конечно, это Патрик Шик. И все. По большому счету, Джинги Сундер — это уже вариант на фланг атаки. Но Давиде Масса уже смотрит в другую сторону. Манолас. У Флоренции какой-то есть разговор с Криштианом. Поняли друг друга. Криштиану Роналду проявляет великодушие. Флоренция уменял фланг. Теперь Матюиди. Криштиану Роналду. Матюиди. Миранте. Вынужден был спасать команду. А здесь Криштиану для аргентинского защитника. Криштиан Дибала не разбрасывается по пустякам, по-прежнему бережет силы для гола. Не смог переиграть Блеза Матюиди. И вот для Криштиану Роналду возможность. Выход 1-1. И Криштиану не оставляет шансов Миранте. Вот машина. Оглядывается на судью. Убеждается в том, что все чистенько. И еще раз как бы внутренне подмигивает сам себе. Ну разве я не молодец? Молодец. Кающий пас задумал. Сейчас Миралем Пьянич увидел, как здорово открывался Квадрадо. Ускорился в последнее мгновение Эль-Шарави. Ну что здесь получается? Все-таки Ювентус получает мяч в свое распоряжение. И вот передача. Потому что мяч очень удобно прилетал к нему в руки. А сейчас Кьеллини делает отличный пас вперед в штрафную площадь. Еще одна встреча, в которой будет разыгрываться так или иначе, частично. Я определю. По своей воле от Лиги чемпионов не отказываются. Пока идет к этому. Но еще 10 минут плюс компенсированное время. Юве разминается Александро. Матюиди действовал левее. Сюда отправляется Александро. Юве. Домашний матч против Аталанты. Деньги мячом Рома. Уже не отстает так безнадежно, как это бывало в первом тайме, где заняло. Потеря мяча, Квадрадо, пас в штрафную площадь, Криштиану Роналду, но опередил его. Сыграет на своем стадионе против Парма. Бентанкур, Криштиану Роналду. Тундер пяткой, еще одна передача. Отличный момент, Флоренции забивает. И оглядываясь на судью, ничего обнадеживающего для себя Войцех Щенсны не видит. Алессандро Флоренции, капитан Ромы. Готов на стенку уже полезть. Но, правда, от радости. Потому что там за этой стенкой болельщики его команды. Чуть Джеко Эль-Шарави в этом побеге. Пас на Джеко. Все. Победная точка. Эдин Джеко. Ну, придется взять мне все мои слова, которые критически я высказал в адрес Эдина Джеко. Что он ленился, не лез мешать Ювентусу. Он просто лучше знает, в чем его работа заключается. Не получилось. С улыбочкой такой, улыбочкой вежливости идет обниматься с... Yeah.